Первый тренер Кости Дзю по боксу Владимир Черня представил в Тюмени свою книгу под названием «В углу». Презентация расширенной версии издания прошла в рамках чемпионата России по боксу среди юниоров в центре дзюдо. Владимир Цезаревич, родом с Урала, является заслуженным тренером СССР и России. Первое издание этой книги вышло еще в 2008 году. В ней автор заявил, что его задача не научить, а поделиться опытом. Первая часть называется «Вовка», вторая часть называется «Костя». Первая часть идет от третьего лица, вторая часть идет от первого. Да, я действительно описал свою жизнь, потому что у нас обычно все спортсмен, а за каждым спортсменом стоит тренер. А у этого тренера тоже есть какая-то жизнь. Вот примерно эту жизнь я и хотел отразить во всем ее многообразии.